Мультяшные персонажи из фиксиков, полезные советы от стоматологов и еще много интересного и приятного ожидало посетителей в детской стоматологической поликлинике. Данное мероприятие проводится во Всемирный день стоматологического здоровья. И этот год не стал исключением. Алла Динаева подробнее. Шли лечить зубки, а попали на праздничное шоу с персонажами из любимых мультфильмов. Ребята, из какого мультика я к вам пришел? В этот день в фойе детской стоматологической поликлиники ребят ждало яркое представление, но вначале врачи рассказали детям, как правильно чистить зубки, как ухаживать за полостью рта и какой же праздник без подарков. Ребят ждали и презенты. В этот день мы всегда приглашаем детский центр «Надежда» для профосмотра дальнейшего лечения полости рта, дальнейшей санации. Но, к сожалению, по понятным причинам, в этот день они отсутствуют, у детей карантин. Но мы всем детям рады, которые сегодня пришли на наш праздник. Двери нашей стоматологии открыты для всех. Открыты и в этот день кабинеты для всех, и несмотря на праздник, доктора проводили прием юных пациентов. А чтобы идти в ногу со временем, стоматологи посещают российские и даже международные семинары и применяют все новшества в своей работе. Только в системе Кафердам лечение провожу только под увеличением, ну, для того, чтобы максимально оказать качественное лечение. Если мы видим глазом своим в однократном увеличении, то в бинокулярах мы увидим картинку в 5 раз больше. Это, конечно же, увеличивает качество. А при поддержке Министерства здравоохранения в 2020 году на базе детской многопрофильной больницы заработал кабинет для детей с ограниченными возможностями, где лечение проводят доктора детской стоматологической поликлиники. В прошлом году нашей бригадой было проведено лечение 19 детишкам. В этом году, невзирая на условия, которые были созданы по санэпидрежиму, связанные с пандемией, да, мы уже в феврале начали, вновь продолжили оказание помощи. 6 детей уже прошли лечение. Чтобы медицинскому персоналу и маленьким пациентам было комфортнее, здесь внедрили и талон на электронную очередь. В конце прошлого года запустили электронную очередь. Это система электронной очереди, которая оптимизировала поток, который приходит в поликлинику. В очередях, значит, у нас уменьшился стресс, эмоциональный негатив. Стало вообще значительно легче и упрощеннее работать врачам с пациентами. А тем временем ребята веселились, и после шоу настроение было приподнятое, и впечатлений было много. Я думала, что мы сегодня придем сюда, зубы вырывали. А здесь такое. Танцевали, играли, веселились. Малик, а тебе что понравилось? Рисунки. Аквагрим, похоже, впечатлил детей, и каждый ребенок сам выбирал себе рисунок. Ну а большой восторг вызвали мыльные пузыри. Детей просили приклеиться к своим стульчикам и не вставать, но блестящие яркие пузыри так манили за собой, и ребятам сложно было удержаться на месте. Праздник впечатлил детей, и те, кто боялся визита к стоматологу, возможно, в следующий раз придет сюда смелее. Алла Динаева, Али Бостанов, Вести, Карачаево-Черкесия.